В минувшие дни на нас обрушилась целая канонада новостей, связанных с новым мэром Ратмиром Мавлиевым. Тут и отмена планов по обустройству платных парковок, тут и отмена решения Грекова о разрешении Валерьяну Гагину испоганить последний сквер в центре Уфы и построить там какое-нибудь жилье и модное тусовочное место. Также Мавлиев объявил о том, что он приступает к демонтажу заборчиков Киреева. Мужественно Ратмир Мавлиев отказался от предлагаемого ему, настойчиво предлагаемого заместителя в лице Эльвира Нурдавлятова, который, кстати говоря, еще и подставил Мавлиева, устроив вот этот банкет в оперном театре, который все сочли банкетом в честь назначения Мавлиева на должность мэра, а на самом деле этот вот безобразный Нурдавлятов устроил там попойку в честь самого себя и работников ЖКХ. Ну и последняя новость о том, что Мавлиев будет теперь ездить на работу на велосипеде, она, конечно, окончательно уже подтвердила нам, что на Ратмира Рафиловича работает целая бригада политтехнологов, которые, собственно, иногда выхватывают из своей колоды совсем негодную карту. Но в данном случае Мавлиев у нас уподобился то ли датскому, то ли норвежскому премьер-министру, который на работу ездил на велосипеде. И вот политтехнологи Мавлиева сочли это ловким ходом для того, чтобы привлечь внимание к дееспособности, деятельности, спортивности и вообще такой вот, значит, креативности мэра. Но это, конечно, был очевидный перебор. Ну да ладно, зато весело, как говорится. Однозначно, все это, прямо или косвенно, все вот эти вот действия противоречат действиям или словам, или поступкам Хабирова и его людей. Все, что вышеперечисленное, начиная от платных парковок и заканчивая заборчиками Киреева, это все идеи, которые произошли из недр хабировской команды. Ну, по поводу заборчиков Киреева тут нужно отдельно сказать, все-таки как-то непоследовательно себя повели правоохранители, которые пытались в определенный момент все-таки разобраться с Киреевым и с этими миллиардами, которые были угроханы на эти железные заборчики по всей Башкирии. Но теперь, конечно, нужно, наверное, поздно ловить. Киреева не найдешь, да и миллиарды перепрятали. А вот заборчики-то остались. И это вот прямо была навязчивая идея Хабирова. Ставьте заборы, значит, не давайте парковаться там, т.д. И вот теперь Мавлиев говорит, все, эти заборы убираем к чертям собачьим. Ну, действительно, жители жалуются, и вот прямо реально даже у моего дома есть эти заборы, это просто какой-то адский ад. Так уж получилось, что в традициях башкирской политики, политического процесса в Башкирии всегда было противостояние между главой республики и мэром Уфы. Это вот две большие величины, которые ресурсно и политически между собой всегда конкурировали. Ну, Качкаев-Хамитов, Елалов-Хамитов. Ну, Грекова пропустим. Даже покойный Мустафин во многом был не согласен с Хабировым, спорил с ним и даже иногда ругался на повышенных тонах. То есть вот эта конкуренция, она, видимо, заложена внутрь самой конструкции нашей политической системы в Башкирии. Я не знаю, насколько быстро Хабиров поймет, что Мавлиев для него действительно конкурент, хотя бы имиджевый, но когда-то поймет, или подскажет, или сам увидит, и начнется некая борьба. Ну, тут, конечно, будет борьба нанайских мальчиков, в том смысле, что мэр Уфы все равно зависит от республики, от главы региона, тем более у нас тут надвигается 450-летие Уфы, но мы помним, как Елалов погорел по поводу этого шоссе Брикса, когда республика нагнула бюджет города настолько, что были потрачены последние копейки, а потом ничего не возместили. Ну, собственно, Мавлиев тут рискует попасть примерно в ту же ситуацию, тем более, что сейчас с деньгами все очень плохо и в Федерации, и вообще, и в Башкирии в частности. То есть, соответственно, тут очень большой риск того, что можно влететь очень сильно во всякие процессы. Хабиров будет давить, Мавлиев будет сопротивляться. В общем, будем все это наблюдать. Особенно любопытно понять сроки вот этого процесса противостояния, как быстро Хабиров начнет душить это молодое дарование и видеть в нем конкурента. Понятно, что веселый, спортивный Мавлиев, едущий на велосипеде, да еще и играющий на гармошке в это время, он, конечно, выглядит существенно более привлекательно, чем уже такой стареющий, толстеющий мастер по приготовлению риса, который, в общем-то, не особенно привлекателен внешне. Конечно, чисто внешне имиджево это все в пользу Мавлиева. Ну, посмотрим. Зато, с другой стороны, на весах у Хабирова больше власти, больше денег,
больше возможностей. Будем наблюдать, будем анализировать. Ну, как говорится, не догоним, так согреемся. Доброе утро, дорогие друзья. Сегодня первый день выкатил велосипед. Погода отличная. Всем хорошего дня.